Напомним, из-за эпидемии коронавируса музей был закрыт для посетителей почти год. Тем не менее, экспозиции здесь продолжали готовить. Все материалы музейщики выкладывали в интернет. Сейчас полным ходом идет подготовка большой выставки, посвященной 60-летию открытия Усть-Балыкской нефти. Нефтеюганцы смогут увидеть ее уже в этом месяце. График работы музея остался прежним – со вторника по субботу.